лучше уколем руку, чем коврик, ребята. Это важно. Нет ли ничего острого? Качаю ртом немножко. Надо готовить кушать, ребята, но сил совсем нету. Просто нету. Просто нету сил. Я полежу еще немножечко, отдохну. И потом приготовлю макарохи. Хотя лучше чай попить бы даже хотелось, наверное. Знаете, чтобы пища с чаю, ребят. Просто чаю. Мне дагестанцы дали чай хороший. За что им очень благодарен. И сейчас его попью. Да, сэр, да, мэм, почему нет? Горяченького чая. А потом, может быть, приготовлю покушать, если захочу. Надо что поесть. Я был голодный, стошнило, сейчас что-то прошло. Такая слабость приятная, знаете. Солнце садится, ребята. Много чая хочу. Чайковский, то, что нам сейчас нужно, ребята. Заварочка. Ребята, столько звезд. Идет без проволочек. И тает ночь, пока над спящим миром летчик уходит в облака. Он потонул в тумане, исчез его струя. Стал крестиком на ткани и меткой на белье. Под ним ночные бары, большие города, вокзалы, кочегары, казармы, поезда. Всем корпусом на тучу ложится тень крыла, блуждая, сбившись в кучу, небесные тела. И странным, странным кленом, другим каким-нибудь неведомой вселенным повернут Млечный Путь. Доброе утро, страна. Ну что, подъем? Так, ну все. Двигаемся, ребята, двигаемся.
Нам предстоит резкий спуск и резкий подъем. Но слава богу, что этот подъем, в принципе, в первой трети сегодняшнего расстояния, что нужно пройти нам. Еще будем плюс-минус свежие, ребята. А потом зато постоянно будут спуски до самого океана. И это радует сердце старого гренадера. Да, сэр. Да, мэм. Наша задача разгоняться на спусках, чтобы до подъема взлетать, чтобы меньше было крутить. Разгоняемся, разгоняемся, разгоняемся. И на подъем взлетаем, видите? Уже сил меньше под конец крутить. Вот, взлетели на один подъем. Потом снова спуск, разгоняемся, взлетаем на второй. Не всегда это срабатывает. Бывает, надо докручивать, конечно, сильно. Но зачастую работает. Ага. Листья не срывать. Но... Запрещено съезжать с дороги, никаких дронов, никаких пластиковых пакетов. Namib Nuclear Nuclear National Park. Ну что ж. Разгоняемся, разгоняемся! Давай, 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 давай. Нет сил. Уже подустал немножко. Это уже не первый мой разгон. Так, давай. Все. Больше не изматываем. Пройдемся немножко. Ну, по крайней мере, не было знака, что, нет, что нельзя палатки ставить. И на том спасибо. А дроны в парках нигде нельзя запускать. Но Валерка Рогозин живет не по закону, а по душе. В принципе, неплохо. Законы, они немножко клевоватые. Они усредненные для всех. Но с другой стороны, если каждый будет жить по душе, ребята, то ведь души у всех разные. У одного одна душа, у другого другая. У одного душа, допустим, говорит, что ничего страшного, если пустить дрон, в таком месте не будет. А другой считает, что ничего страшного, если грязь кинуть не будет. Тоже по душе. Плавненько, плавненько, плавненько. Видите, какая гребенка? Заправимся витаминизированной водичкой. Как вкусно. Меня раздражал химический привкус в начале ее, но уже привык, уже нравится.
плавненько, плавненько. А, 41, 42, 43, 5, 46, 47, 49. Стоим. Дышим, дышим, все хорошо. Не буду себя изматывать, 50 шагов самое то. Время еще терпит, еще не поздно, солнце еще не выжигает. Вот вчера было сложно, когда я оказался там внизу, спуск, помните? Там, где жарища адская. И ты не можешь медленно идти, потому что тебе плохо становится, там очень жарко. И надо торопиться. Торопиться тоже сил нет толкать, потому что опять же задыхаешься горячим воздухом. Вот это ловушка. Да, сэр, да, мэм. А так, сейчас не страшно. Пошел. Ну вот, подняли. Сейчас подъемы дальше тоже будут, но уже такие, мягче. До кемпинга 30 километров, ребята, доберемся. Главное, чтобы он был нормальный, не косяковый. Я переживаю за это. Как на коне, в седле подскакиваешь. Какое-то странное дерево белое. Тут водится змеев разных много. Надо смотреть под ноги. Змеи, кыш, 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 я иду. Да, оно здесь растет. Такое шершавое. А, стопорнулась немка, предложила мне воды. Я сказал, да, спасибо. Может, она будет холодная. You travel by yourself? Water. Water is alive. Yeah. Thank you very much. You need some food also? No, I have some. You have food? Yes, I have everything in water. I have some, but I'm short of water, so. Okay, give me a YouTube channel. Rogozin trip. Hard to remember. Thank you very much. You're welcome. Appreciate it. Have a safe trip and yes. Enjoy. Что-то, ребята, мне нехорошо. Немножко что-то как-то... Голова крутится, подташнивает слегка. Надо полить на голову воды и шляпу смочить. Сейчас там вот у знака станем и все это сделаем. До кемпсайта осталось 25 километров. Вроде немного, но по такой дороге, блин. Куисеп Кэньон. Permit required. То есть нужно разрешение. Тут везде нужно разрешение, блин. Ладно, не в суть. Шляпу немножко воды нальем.
шляпку смочим. Спасибо, добрые немки, за воду. Поехали. Давай, Валерчик. Выход на дорогу. Двадцать пять километров, ребята. До сильной жары осталось 2 часа где-то. Если мне сейчас уже так себе, то будет потом совсем нехорошо. Надо постараться как-то успеть. Ребята стопорнулись, короче, снова. Хотя до этой холодной воды, это дико круто, дико круто. Холодная. Where are you from, guys? We are from a farm. Ah, you farmers? Yes. Ah, gotcha. Thank you. Есть такое выражение dreams come true. Мечты сбываются. О. Wait, let me put ice in. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ah, oof. What's your name? Albert. Albert. My name is Valera. There is a campsite, maybe 20 kilometers. Yeah, I think yeah. So. Yes. У нас есть холодная вода. Ребята, это мега круто! Со льдом! Со льдом вода! Осторожней пей, Валерка, осторожней. Просто райское наслаждение. Просто райское. В эту воду мы сейчас кинем, знаете что? Витаминку. Она будет кисленькая и холодная. Крутим. До кемпсайта осталось километров, не знаю, 17-16. Осторожненько. Еще 14 километров, ребята. Или сколько там? 13. Только добраться до кемпинга, ребята. Только добраться. Там будет вода. Вода у нас так, в принципе, есть, но затаримся водой. Может, там будет душ. Это было волшебно. На бассейн не рассчитываю. Просто душ принять. А может, там будут продавать холодную колу. А, с ее пузырьками волшебными. Когда я думаю о коле, у меня появляются силы идти вперед. Холодная. Она будет щипать мое горло. Это будет так сказочно. А вот и встречный ветер. Ну как же без него? И он будет, скорее всего, усиливаться.
крутить очень сложно становится. Против ветра. Да горит-то все огнем. По всей полосе гребенка и песок. О, ребята. Осталось 2,7. Надеюсь, там будет холодная кола. Я хочу холодной колы. Я очень хочу холодной колы, ребята. Вот кемпинг, ребята. Вот он. Permit required. Какой пермит, черт? Что-то я не понял. Что? Вы шутите? Нет. Нет. Не может быть. Нет. Сука!